Губернатор Владимир Груздев накануне посетил с рабочим визитом Чернский район. Во время осмотра детской площадки к главе региона обратились жители с жалобами на ненадлежащий ремонт дороги и многоквартирного дома для переселенцев из аварийных бараков. Они подкрепили свои слова фотографиями, взглянув на которые, Владимир Груздев подтвердил, что такие работы приниматься и оплачиваться не будут. Также глава региона посетил одно из наиболее успешных хозяйств района, которое выращивает зерновые. Годовую выручку в 80 миллионов рублей здесь обеспечивает весьма небольшой штат в 25 человек. Выработка на одного сотрудника получает 3,5 миллиона рублей. Да. Ну, это хороший выработок. У нас так, для сравнения, оборонное предприятие, средняя выработка 1 200 000. Затем Владимир Груздев провел личный прием граждан, на котором одна из жительниц района обратилась к губернатору с нетипичным вопросом. В нашем населенном пункте проживает 331 человек. Больше половины молодое население. И так как мы знаем вас, человек, который продвигает и поддерживает новые технологии, мы хотели бы обратиться от жителей вам с такой просьбой, чтобы вы нам подключили нас к интернету. Мы можем сразу подготовить ответ. И Елена Александровна предоставит, что 1 апреля мы проконтролируем. Срок будет, точно будет интернет, да? Встреча с населением района продолжилась в средней школе Архангельская, села Архангельская. Жители задавали вопрос о предоставлении жилья, газификации и ремонте дорог. Но, как выяснилось, многие проблемы можно было бы решить и на местном уровне, проявив муниципальная власть большую активность. Один из примеров – ситуация с селом Архангельским. В его границах находится сразу несколько населенных пунктов, что создает множество бюрократических проблем для жителей. Для того, чтобы изменить ситуацию, следовало обратиться в областную думу. Но для местных чиновников такое решение оставалось неизвестным, вплоть до встречи с губернатором.